Песня была написана после возвращения из Киева, город, в котором я родилась, город, который я очень люблю, который мне дорог. И вот в прошлом году я решила посетить те места, где прошло, ну, не самое раннее детство, уже позднее детство, когда я посещала high school. И я подошла вот к дому, в котором я жила, знаете, так потрогала стеночку, посмотрела вверх, увидела свет на своем третьем этаже. А свет был не мой почему-то. Ну вот написалась такая песня. Называется она «Возвращение». Все такой же свет, вроде все как прежде.